Мы только что закончили гавайский массаж с Верой. И это было больно, это было приятно, это было расслабляюще. Я настолько расслабилась, что мне, честно говоря, тяжело сформулировать все те ощущения, которые сейчас присутствуют. Но хочу сказать одно, что совершенно точно вместе с этой болью из тела уходили негатив, мозговые процессы, которые там сопровождают меня постоянно и даже иногда и ночью. А возвращалось ощущение легкости, свободы, вера в себя, в то хорошее, что может наполнить тебя вместо как раз ушедшей боли. И очень такие приятные ощущения благодарности возникают и к себе, и к Вере, и к этому месту, и к миру. И действительно ты наполняешься надеждой на то, что все хорошо, есть, было, а будет еще лучше. А что тебя привело вот на массаж? И какие у тебя изменения произошли за это время? Привело там физическая и душевная боль, связанная с ситуацией несостоявшихся взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Женщина в данном случае — это я. А изменения просто с помощью массажа удается отпустить ситуацию и понять, для чего она была дана, и что ты можешь из этого вынести, принять это и поблагодарить. А с телом какие изменения? В теле... Вот ты приходила, у тебя болел живот, у тебя нога болела. Вообще ничего не болит. Вот даже тяжело как-то... Вроде легкость, но в то же время не хочется даже резких движений делать. Настолько расслаблено тело, настолько ушли все зажимы. Просто вот хорошее, гармоничное соотношение в состоянии души и тела. Спасибо большое за отзыв. Спасибо.